Don't ask me, man. Давай это отделяем, мужчина. Мы уже здесь на месте. Давай это, ну, как бы. Ну, мы на месте, я еще раз говорю. Либо мы едем за два раза, либо я могу четыре колеса. И то я не уверен вообще про четыре колеса. Если они упакованы еще нормально, я готов как бы их перевезти за два раза. Нет. Но за... Maybe I have to call over taxi. What the hell is it? Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Почему же люди так думают? Все очень просто. Помимо того, что мы подключаем всю Россию, у нас есть моментальные выплаты, заправки с таксометра и так далее, у нас есть одно условие, которого нет нигде. Мы подберем процент по нашей с вами работе исключительно под вас. Да-да, он будет индивидуальным под вас. Вы просто звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании, и наши специалисты подберут условия, подходящие именно для тебя. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Привет. Так, сейчас, Московский проспект, да? Да, правильно, все надо. Угу. Мне нужно 8 колес забрать. Чуть погромче, я не слышу, что? Мне нужно 8 колес забрать. 8 колес забрать? Восемь колес забрать. Да. Автомобильных? Ну. Вот отсюда? Ну, вот налево, вообще недалеко отсюда. Я понял, так а вы... У меня вопрос только, ну, мы как... Это вот на Московский проспект, правильно? Ну, да, правильно. Так а вы хотите, чтобы я эти 8 колес за раз перевез, что ли? Ну, конечно, здесь место есть, у вас большая машина. Да, дружище, ну, блин, тут поездка 380 рублей. И 8 пар колес, у меня, во-первых, они не влезут, во-вторых, как бы, ну, за 380 рублей вести 8 колес, как бы, я не очень готов. Мужчина, я уже это делал много раз. Сейчас я это самое... Место есть. Не, место-то, может быть, и есть, но у меня не газель грузовая, я как бы не готов. Дружище, я все могу понять, как бы, ну, я, блин, я, наверное, все-таки не повезу, потому что, ну, это 8 пар, 8 колес. Во-первых, я даже не спрашиваю, зачем 8 колес, ну а куда я их дену? Ну, в смысле, они... Не обязательно это надо, как бы, это сейчас, как бы, снег, понимаете, как бы... Давай, вас, ну, я за два раза могу. То есть, один раз мы отвезем 4, и то я, ну, не, ну я не, если они в чехлах, то я 4 колеса отвезу, мы вернемся, ты еще раз заплатишь мне еще за одну поездку. Что это значит? Ну, как бы, просто это на дорогу, просто я быстро бью этот 8 колес, ну, поставим все, это зимний колес, понимаете, ну, как, я другая машина, давай это не будем, не спорить, мужчина. Дружище, я все прекрасно понимаю, даже я могу понять, что ты, ну, не местный парень, да, не русский, но я готов, могу тебе помочь, но я реально не готов 8 колес запихать себе в машину. Во-первых, за одну стоимость. Во-вторых, они у меня не влезут чисто физически. А сейчас... Это не другой пути, да? Это также пути. Правильно или нет? Ну, правильно или нет, мужчина? Да, но 8 колес не влезут. Я хочу, чтобы вы меня поняли. 8 колес не влезут сюда. За 6 два раза... Задний и здесь 2. Ну, все. Поставили и все. 6 назад у меня в багажнике не влезет 6 колес. Это же не колеса от коляски. Это я колеса от машины. Машина для этого, ну, как бы. Так надо было в комментариях хотя бы написать, что там перевозка колес. Это вообще жесть. Я не знаю просто, как у вас там на родине в чем перевозят колеса, но у нас здесь в России 8 колес в тачку физически не запихать. Да ну, блин. Вот реально я говорю. Вот, причем... Почему? Что сделать, ну, как бы? Видимо, и другая машина или как? Ну, я не знаю, что делать. Холодно уже, я долго ждал. Не могу я еще раз. Я предлагаю за два раза перевести колеса. За два раза. А за один раз они у меня не влезут. Я не соглашаюсь на два раза. Можно сейчас это делать. Я не вижу какой-то проблемы просто. Ну, у вас место есть. Вот вы вроде по-русски хорошо разговариваете. Ну, вы что, не понимаете, что это, я... Ну, как видно, машина, которая два раза меньше, чем ваша, как видно. И все лезет без проблем. Так что, о чем? Я в свою машину просто, я понимаю, что в какую-то может и залезать, в свою не буду пихать. Что? Don't ask me, man.
давай это отделяем, мужчина, мы уже здесь на месте, давай это, ну, как бы. Ну, мы на месте, я еще раз говорю, либо мы едем за два раза, либо я могу четыре колеса, и то я не уверен вообще про четыре колеса, если они упакованы еще нормально, я готов как бы их перевезти за два раза, но за... Maybe I have to call over taxi, what the hell is it, блин? Ну, и, мужчина, я не знаю, как вам объяснить еще раз, извини меня, но... Либо то, либо, ну, либо пойдем, либо нет. Я не знаю. Чувак, ну, я тебе говорю, дружище, я тоже не знаю. Я в английском не так силен, чтобы объяснить тебе по-английски, что я не повезу, короче, понимаешь? Мы друг другом понимаем, проблема, просто объясняем ситуацию, как есть. Просто ситуация? Не хотите это взять мои колеса? Я не хочу вести 8 колес, блин, в своей машине, не понимаешь? Не просто его взять. Не надо начинаться все-таки, не хочу. Ну, я не хочу. Я просто не хочу, да, понимаешь? Либо за два раза я уже, блин, я по третьему кругу объясняю уже. Короче, я не повезу, все. Это значит, я не хочу тоже ждать. Давай этот, как бы, найдем этот, ну, как бы, способ. Либо вы сам позвоните, другая машина, и вот там я объясните, все, вы просто били в укус. Да я сейчас просто Да нет, во-первых, 8 колес, вам газель какая-нибудь нужна или каблук, и реально какой-нибудь там, я не знаю, джип, что ли. У меня компакт-кроссовер, у меня не влезает все. А по поводу заказа, я знаю, вот, взяли уже, да, я сейчас все, отказ нажму. Вам показывать, как это лезет сюда или как? Ну, я могу это вам показывать, если вы не верите, ну, на мои слова. Что показать? Ну, как можно это здесь, все это лезет. А, то есть мы сейчас будем запихивать 8 колес сюда? Типа, если они влезут, мы поедем? Да даже если они влезут, мы не поедем, уверен, потому что... Я уверен, что будет лезть сюда, я уверен об этом. Это грузовая перевозка. 8 колес, это пассажирский транспорт, это не грузовой автомобиль, 8 колес. Я 4 своих еле перевожу здесь, 8 колес, чувак, 8 колес. Как я 8 колес сюда запихаю? Это мы сейчас с тобой будем... Заебал уже, да. Бля, я даже не знаю, что сказать по этому поводу.